Здравствуйте, дорогие друзья. 3 миллиона тонн. Столько ацетона производит в течение года мировая промышленность. Но сегодня мы будем говорить о другом ацетоне, о том, который производят наши дети, и который является огромной головной болью для их несчастных родителей. Пойдемте, узнаем много нового. Поговорим об этом. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, наша сегодняшняя тема – ацетон. Страшное слово, правда, Луиза Васильевна? Ацетон, казалось бы, там яд, растворитель, какое-то страшное химическое вещество. Вы вообще представляете себе, какое отношение имеет к детям ацетон? Ну, это я вообще даже не могу представить. Вот ребенок, ацетон, словосочетание такое. Похоже, страшное. В те времена, когда вы стали мамой, еще детей от этого не лечили, да? Давайте тогда узнаем, что думают по этому поводу наши современные и опытные эксперты. Давайте. Давайте. Когда мне делали маникюр, мне вытирали ацетоном. Это такой бальзам, ну, чтобы смывать лак. Ацетон? Это должно быть обязательно болезнь. Я пока не знаю, какая. Не слышала. Даже по телевизору. Это я по пище палочку макну, по какими пипичками. Если здесь классная, то здесь означает ацетон. А если белая, значит мне что-то полезное скушали. Я когда болела в больнице с ацетоном, то я прочищала ингалятором. Все. Ставили мне вот сюда такой укол и кандилаты, а по нему шла такая трубочка и туда в вену. Одевают катетер и что-то, я не знаю, вливают. По трубочке шла водичка. Вот сюда мне в руку она делала, и сюда. Еще никогда такого не слышал. Я заболел. И меня вылечили, потом сказали, еще плевай. Следует честно всем признать, и вот я сам с этим неоднократно сталкивался, что люди, которые готовят себя к родительству, вот в последнюю очередь думают о том, что им придется иметь дело с ацетоном. Вот думают о чем угодно, но только не об ацетоне. И поэтому, когда ацетон врывается в их жизнь, а он, как это ни удивительно, в последнее время врывается в жизнь тысяч, десятков тысяч семей. Именно в последнее время. Не потому, что раньше этого не было. Просто сейчас эта тема стала обсуждаться и лечиться. И у людей возникает огромное количество вопросов, на которые ищут ответы и очень часто не находят. И тогда они куда идут? К врачу. К врачам. И идут все. У вас в гостях был Арсений Яценюк со своей женой и двумя своими очаровательными дочками. Да, давайте посмотрим. Ацетон был нашей темой. Давайте. Да, давайте посмотрим. В семье политикам Арсения Яценюка не сидят без дела. Не только папа и мама, но и дочки София и Кристина. Занятость – наша семейная черта, говорят они. Каждый день расписан по минутам, но с недавних пор. Частые детские болезни, особенно случаи повышения ацетона Софии, заставили отказаться от многого. Даже от любимой утки с яблоками, которую мама Терезия готовит по бабушкиному рецепту. Не унывать, предупрежден, значит вооружен, решили в семье. Проконсультируемся у доктора Комаровского. И никакой ацетон нам не страшен. А когда вы вообще это слово «ацетон» впервые услышали? Вы его слышали до того, как стали мамой? Нет? Никогда. Вот это надо учить в школе, на самом деле. Тогда мы, может быть, не будем все сходить с ума. Когда кто-то зашел и сказал, от вашего ребенка пахнет ацетоном. И все начинают бегать, макать тесты, и что-то надо делать. Понимаете? Если мы поймем, что делать, то действия абсолютно примитивные. Но для этого надо понимать. Вот надо понимать, что симптом, есть симптом, вот запах ацетона. Это такой же симптом, в кавычках, как потливость. Ну вот кому придет в голову удивляться, если ребенок побегал и пропотел, да? Мы же не будем лечить потливость. Мы
Не хочешь, чтобы ребенок потел? Скажи, чтобы он не бегал. Вот появление ацетона – это совершенно нормальный симптом практически любой нагрузки на детский организм. То есть это может быть у любого ребенка и практически ни у какого взрослого. Вот почему-то мы взрослые не вынюхивают друг друга ацетона, а у детей он есть. Почему это происходит? Потому что организм человека может получать энергию только из глюкозы. Вот из глюкозы и больше ни из чего. И глюкоза накапливается в организме в виде особого вещества. Оно называется умным словом гликоген. И при любой болезни, при любой температуре, при физической нагрузке, когда глюкоза в организме заканчивается, организм начинает вот из этого гликогена получать энергию. У нас, у взрослых, в мышцах, в печени этого гликогена очень много. У детей граммы. Это потому, что мы толще, наверное. Ну, у нас больше мышечная масса, у нас не такой интенсивный обмен веществ. Вот мы, если с вами поедим сладкое, то нам понадобится, ну, 5 грамм этого сахара. Он в мышечной массе сидит или в жировой? Он находится в мышечной ткани гликоген и в печени. Вот там он депонируется, скажем так. Так вот, если мы переели сладкое, то лишнее сладкое уйдет в гликоген. Вот ребенок поорал, побегал, устал, температура 39, глюкоза кончилась, начал брать энергию из гликогена. Гликоген кончился. Что делать дальше? Энергию откуда-то брать надо, и тогда организм начинает получать энергию из запасов жира. А уже жир распадается на глюкозу и вот тот самый ацетон. Все, точка. То есть запах ацетона означает, что в организме ребенка кончились запасы глюкозы. Это азы семейной безопасности. Вот, понимаете, я уверен, что эти знания намного нужнее, чем синусы и косинусы. Вот при всем уважении, может быть. Но этого, к сожалению, нет. Поэтому будет. Будет. Мы надеемся. Теперь становится понятно, что это не болезнь. У любого ребенка, особенно у детей худых и с шилом в заднице, а у нас именно этот диагноз тут. У нас два шила. Не одно. Ну, мне что-то кажется, что 3, судя по тому, что я регулярно принципе, вижу по телевизору. Я о членах семьи, как вы извините. Спасибо за комплимент. Пожалуйста. Что 3, а не 4. Так вот, мне кажется, что как бы у вас скорее надо удивляться тому, почему у этого ребенка ацетон был, а у того не было. Может быть, потому что на тот момент у лечащих врачей были какие-то проблемы с обонянием, возможно. То есть при желании можно было и у этого обнаружить. Но теперь давайте подумаем, что надо делать, если мы унюхали ацетон? Ну, есть несколько вариантов развития событий, правильно? Если упал общий объем энергии, потому что это объем энергии, правильно то, что да, вы сказали? Да, мы ее должны восполнить. Да. У нас есть два варианта восполнения. Первое, элементарный и самый простой, это простая глюкоза. Угу. Да? То есть второй вариант, это все-таки энергетические продукты, которые естественные, дать возможность каким-то образом восполнить этот энергетический дисбаланс. Ну, мы прекрасно понимаем, что вот те продукты – это нефть, а глюкоза – это бензин. Да. Поэтому нам быстрее и проще. Рафинированный, чистый, то есть это глюкоза. То есть если мы дадим ребенку глюкозу, ну, возьмем там таблетки глюкозы, и он начнет их есть, то все будет нормально. Если ацетон накопится в организме в высокой концентрации, то тогда мы придем к ситуации очень серьезной. Почему? Потому что ацетон, высокая концентрация, раздражает рвотный центр в головном мозге. И тогда начинается рвота, и вы уже не можете дать ребенку глюкозу. Вы обезводение организму. Да. Вот то есть если мы всегда там чаек дают, тонечко. Вот, так вот. Оказывается, что если мы быстро не уберем ацетон, то потом убирать ацетон будут капельницами, потому что уже пить мы ничего не можем. Поэтому у нас есть два варианта на самом деле действий. Первое, поскольку у нашего ребенка есть склонность к образованию ацетона, то при любой болезни, любой истерике, любом эмоциональном стрессе, при физических нагрузках мы должны этому ребенку дать сладкое. А этот ребенок еще и выпрашивает сладкое. Понимаете, когда у ребенка вот такая попа, и он целый день сидит перед телевизором, то ему не надо сладкое. А когда у ребенка шило в заднице, то ему можно сладкое, потому что это симптом детства. Хочу сладкое. Сладкое, не щелочное. Потому что многие доктора рекомендуют именно щелочные воды минеральные. Щелочные воды – это попытка теоретическая на уровне химии нейтрализовать образовавшийся ацетон. Да, это тупик. Надо первопричину устранять. И второе, если уже у такого ребенка кто-то унюхал ацетон, то есть не успели вовремя дать сладкое, то тут как коршуны набросились и говорим: Соня, или мы вот этот сладкий компот пьем, или мы едем вот туда к добрым дядям ставить капельницу. С такими шприцами и иголками. Вот ну вот, и тут мы начинаем пугать бедного ребенка. Но факт остается фактом. Что оказывается, если мы когда-то унюхали ацетон, то у нас есть уже алгоритм действий. Мы уже имеем в доме сразу таблетки глюкозы. Так. Мы имеем в доме бутылочку с раствором глюкозы. Два. Мы имеем в доме
изюм, курагу. И как только унюхали, полили и начали поить. И еще самое важное, чтобы после улучшения на ребенка не добросилась куча родственников в попытке всунуть в него все, что он не доел за предыдущие 2 дня. Это вот, кстати, ситуация тоже одна из самых опасных. Давайте, вот с моей точки зрения, если вы внимательно слушали, то уже все понятно на самом деле. То есть вот нет в ацетоне, в детском, проблемы, если вы смогли уразуметь то, о чем мы сейчас говорили. Давайте это еще раз повторим. Итак, самое главное для нас. Нам нужна энергия. Энергия, вот она. Вот это то, за счет чего ребенок бегает, прыгает, размахивает руками и орет. И всегда у всех детей источником энергии является что? Глюкоза. Молодцы. Всегда у всех глюкоза может заканчиваться. Если мы поорали, устали, набегались, позанимались спортом, поголодали, да, просто у нас истерика реальная или высокая температура, кончилась глюкоза. И тогда у нас есть в организме запасы глюкозы, которые называются умным словом гликоген. Обычно количество гликогена не превышает 500-700 граммов. Это у взрослого. И вот эти 500-700 граммов гликогена у взрослого человека равны где-то 2-3 тысячам калорий. То есть у взрослого человека их может хватать, ну, примерно на день нормальной жизни. Или на 3 дня лежания и смотрения в одну точку. А у ребенка гликогена, ну, капелюшечка, ну не 500 грамм, а 50 грамм. И как только возникает ситуация, при которой глюкоза заканчивается, гликогена хватает, ну буквально на 2-3 часа. То есть, девочки, если у вашего малыша поднялась температура до 39, то через 2 часа в организме ребенка уже нет никакого гликогена. А энергию брать надо? Надо. И тогда начинается самое интересное. Источником энергии становится жир. Но жир превращается в энергию, а промежуточным продуктом вот этого и выработки энергии является образование веществ, которые называются на химическом языке умным словом кетоны. Это вот три вещества: ацетоацетат, гидроксибутират и ацетон. И поэтому это все называется словом ацетон только потому, что слово ацетон, ну его все слышат, его все знают. Кто-то видел бутылку с ацетоном, кто-то лак снимал с ногтей. То есть слово ацетон, хотя на самом деле здесь не только об ацетоне речь идет. Я, собственно говоря, хочу, чтобы все меня поняли правильно. Я называю такое количество умных слов вовсе не потому, что все это вам надо. Я называю такое количество умных слов потому, что огромное количество очень доброжелательных ученых каждое воскресенье сидят перед телевизором и думают, к какому бы моему слову придраться. Понимаете, да? Но тем не менее факт остается фактом. Так вот, вот эти вот кетоны, это и есть вот тот запах ацетона. То есть появление запаха ацетона, появление кетонов и ацетона в том числе, это нормальная реакция любого организма, физиологическая, естественная. Более того, эти кетоны тоже могут быть источником энергии. Но для того, чтобы они стали источником энергии, в организме должны быть ферменты, которые их расщепляют. И вот этих ферментов очень много у детей первого года жизни, поэтому в первом году жизни не бывает ацетона. Понимаете? Потому что это все тут же расщепляется. А у взрослых и детей постарше, ну, нет этих ферментов. Но они появляются в крови на 4-5 день после того, как от человека начинает пахнуть ацетоном. То есть, рано или поздно эта болезнь заканчивается сама. Но при этой болезни, когда у ребенка температура, он не может пить, можно просто погибнуть от обезвоживания. Но раньше, когда не было такой темы, как капельницы, дети рвали 4 дня, а кто не погибал, тот выздоравливал на 5-й сам по себе. Это понятно? Поэтому главное, что нам всем надо. Нам надо не допустить появления кетонов или их концентрацию в высоких количествах. Почему это важно так? Потому что когда они накапливаются, то, во-первых, они действуют на рвотный центр, то есть вызывают рвоту. А во-вторых, они действуют на центр аппетита, то есть они подавляют аппетит. Нам нужна позарез энергия, а ребенок есть не хочет, а если и захочет, то рвет. И вот тут начинаются главные проблемы, выводы, главные.
Если хоть раз вы унюхали ацетон, то вы должны понимать, вовремя сладкое вылечивает ацетон. Поэтому такие дети заслуживают и сладкого чая, и компота, и шоколадку, и конфетку. Это понятно? Да. Понятно. Замечательно. Ну, а коль скоро все понятно, давайте отвечать на ваши вопросы. Доктор, подскажите, пожалуйста, как определить грань, когда стоит дома отпаивать компотами, а когда все-таки стоит обратиться к врачу и поехать под капельницу? Ну, прежде всего, если ребенок в состоянии пить, то есть наша задача не допустить обезвоживания. Признаки обезвоживания. Сухой язык, плач без слез, больше 6 часов нет мочеиспускания. Ну, это очевидные, да, симптомы. В любом случае, сухая кожа и слизистые. Но если вы можете так поить ребенка, чтобы хотя бы раз в 2-3 часа он попросился в туалет по малой нужде или на прудонил в подгузник, да, то спокойно еще можно лечиться дома. Но для этого что надо сделать? Успеть напоить. А вот с напоить возникает очень часто проблемы, именно потому, что специфическим проявлением высокой концентрации ацетона в крови является рвота. Это даже называется, таким словом, синдром ацетонемической рвоты. Это понятно. Замечательно. Таким образом, нам надо напоить. Так вот, девочки, чем позднее вы поймете, что надо поить, тем меньше времени у вас останется. Поэтому не надо дожидаться рвоты. Ребенка, больного любой болезнью, ребенка после любой истерики, после тренировки, после физических нагрузок, после того, как набегался с папой на прогулке, надо напоить. Напоить теплым и сладким. И тогда это будет профилактика вот той необходимости ехать в больницу. Понятно? Замечательно. Доктор, моему ребенку 2,5 года. Иногда практически ежемесячно появляется рвота 2-3 раза в день. Потом повышается температура 37,5 до 38. Снижается аппетит, появляется вялость. При этом анализы глюкозы в норме. В моче ацетон, может быть, необходимы какие-то дополнительные анализы? Ну, собственно говоря, самое главное обследование вы уже сделали. Почему мы об этом говорим? Потому что существует очень опасная болезнь, при которой глюкозы много в крови, но она не может усваиваться, потому что не хватает особого гормона, который называется инсулин. И эта болезнь называется словом сахарный диабет. И при этой болезни тоже в крови возможно образование ацетона. Поэтому, когда у ребенка есть запах ацетона, надо прежде всего убедиться в том, что это не сахарный диабет. Вы сделали кровно-сахар, определили, что он в норме, а в моче ацетон. Это говорит о том, что это, по-видимому, ацетонемическое состояние, которое является нормальным физиологическим состоянием для многих детей. То есть алгоритм лечения понятен, он соответствует тому, о чем мы говорим. То есть такому ребенку надо не инсулин вводить, а глюкозу давать в большем количестве. Да. Доктор, вот мне сказали, что при ацетоне нужно соблюдать диету. Бабушки наши спорят на эту тему. Скажите, а нужно ли какие-то продукты, возможно, исключить и как долго не принимать? А вот в свете того, о чем мы сейчас говорим, проблема ацетона возникает тогда, когда в организме не хватает глюкозы. Какое отношение к этому имеет все остальное? Кормите нормальными продуктами, как всегда. Только дайте ребенку сладкое. Ацетон – это не проявление каких-то болезней. Это не болезнь печени, это не болезнь поджелудочной железы, это не болезнь кишечника, это нормальное физиологическое состояние ребенка с дефицитом энергии, который возникает из-за дефицита углеводов. Дайте ему углеводы. Просто при ацетоне главное понимать, что каша, то есть углеводы, нужнее, чем мясо, то есть белки. И все. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Подскажите, у ребенка появляются в моче кетоновые тела где-то на вирусной инфекции или за 3 дня до проявления ОРВИ. При этом напоить никак ребенка не получается, многочисленная рвота это все сопровождается. То есть возможно ли что-то дома или все-таки приходится ехать в больницу? Ну давайте для начала попытаемся
попытаемся в домашних условиях решить самую главную проблему. Итак, какая главная проблема? Мы знаем, что делать. Мы знаем, надо дать ребенку раствор глюкозы. Вот в ситуации, смотрите, мы можем давать разные источники сахара, как бы для профилактики. Мы можем наколотить обычный сахар рафинады, дать ему сладкий чай. Мы можем сделать компот из сухофруктов. Мы можем сделать отвар изюма. Мы часто рассказывали об этом. Заварить столовая ложка изюма на стакан кипятка. Почему мы говорим именно о слове изюм? Потому что есть разные варианты углеводов. Есть глюкоза, есть фруктоза. Удобнее всего, быстрее всего в обмен веществ включается глюкоза. Недаром у глюкозы есть такой синоним виноградный сахар. То есть больше всего глюкозы именно в винограде, в изюме, соответственно. Поэтому если мы заварим изюм, так как мы рассказали, то этот отвар изюма, это то, что всегда можно иметь под рукой, самое лучшее средство для питья. Нет, самое лучшее, это, конечно, вот это. Флакон глюкозы 10%. Вот это идеально. Но нет 10%, покупаем 5%. Еще лучше. Вот такая глюкоза. Это ампулы, в которых 40% раствор глюкозы. Он очень сладкий. Вот. Главное, на что я все-таки хотел бы обратить ваше внимание. Вот это, вот то, что я сейчас держу в руках, это то, что должно быть в доме именно у вас. У вас возникает ситуация, когда вы не можете ребенка напоить. То есть вам надо в малом объеме жидкости дать концентрированный раствор глюкозы. Как это делается? Вы набираете это в одноразовый шприц, да? Нагреваете ее до температуры тела. Проще всего сделать это так. Пока вы поите этой ампулой, папа ходит с этой ампулой в руке и греет ее. Да? И вот вы должны знать, что раствор, имеющий температуру тела, всасывается из желудка практически мгновенно. Вы только не заливайте в желудок сразу много. Пусть это будет чайная ложечка, 5 мл. Залили в рот. Понятно? Подождали 3 минуты, залили еще 5 миллилитров. И вот если это попадет в желудок и всосется, рвота прекратится. А вот если это вы сделать не можете, тогда у вас просто нет выбора. Вы едете в больницу, где вам ставят капельницу с 10% глюкозой. Спасибо. Давайте еще раз обратим внимание на следующее. Действительно, есть дети, у которых ацетон – это проблема при каждой болячке. И множество семей, в которых никогда никто с этим не сталкивался. Это индивидуальные особенности обмена веществ. А может быть, индивидуальные особенности педагогики. То есть в одной семье бабушка говорит о том, что когда заболел, надо пить. А в другой семье бабушка говорит о том, что когда заболел, надо есть. Вот там, где говорят «есть», там лечат ацетон. А там, где говорят «пить», там ничего не лечат. Там ацетона вроде как нет. Тем не менее, если вас коснулась проблема ацетона, то, конечно, вы можете определить серьезность или несерьезность ситуации не только по запаху, уловив всем известный запах ацетона, но и посредством достижений цивилизации. Для этого огромное количество фирм выпускают так называемые тест-полоски. Луиза Васильевна, можно стаканчик мочи? Боже ж мой, спасибо. Пожалуйста. Так вот, вы имеете возможность дома определить серьезность ситуации по количеству кетоновых тел в моче. На самом деле, практически все существующие тест-полоски, они определяют не ацетон, а один из вот тех самых кетоновых тел под названием ацетоуксусная кислота. Но на самом деле это все очень взаимосвязано, поэтому не имеет никакого значения. Берется вот такая вот полоска. Если не хотите, чтобы все пропало, после того, как достали из флакончика, надо его сразу плотно закрыть. После этого берем вот такую полоску, на 1-2 секунды опускаем, убираем остатки и держим. Держим около минуты, после чего полоска меняет цвет, и с помощью специальной там, индикаторной линеечки, которая есть в комплекте, мы выясняем, сколько там у нас ацетона. И это определяет серьезность ситуации. Я на самом деле не говорю, сколько должно быть, в принципе, быть не должно, но подобных полосок много, тест-системы разные, везде свои правила. Читайте правила, но тем не менее вы можете всегда узнать, есть ли ацетон, нет ацетона. Есть – это не повод сходить с ума. Есть это повод. Что делать? Варить.
компот. Молодцы. Евгений Олегович, да. Ацетон бывает у детей в каком возрасте? Как правило, мы уже отметили, что его не бывает до года, потому что активные ферменты, расщепляющие кетон. А чаще всего это, ну вот, я бы даже сказал, не до года, до 10 месяцев. Вот после 10 месяцев ситуация уже возможна. И чаще всего ацетон встречается у детей от 10 месяцев до 4-5 лет. После 5 лет это большая редкость, хотя бы потому, что уже и печень подросла, и мышечная масса больше, то есть уже появились вот те самые запасы гликогена. Кстати, это очень важно. Если ацетон впервые в жизни появился после 4 лет или сохраняется после 7 лет, то это однозначный повод для углубленного и серьезного обследования. Так быть не должно. Эта ситуация непростая. Итак, дорогие друзья, давайте подведем итог. Ацетон, он страшный вот здесь, во флаконе. Это яд, растворитель, вообще всякая гадость. На самом деле, решение проблемы детского ацетона, оно внутри вот такой маленькой ампулки, которая называется 40% раствор глюкозы. Вы столкнулись с этим, потратите совсем небольшую денежку, пусть это будет у вас в доме. Еще о чем хотел бы всех предупредить. Очень часто, закупая глюкозу для дома, родители совершают ошибки, и вместо глюкозы, у которой есть синонимы, виноградный сахар или декстроза, они продаются в магазинах, люди покупают фруктозу, фруктовый сахар. Фруктоза в этой ситуации не является заменителем глюкозы. Она действует намного дольше, то есть в обмен входит. И с помощью фруктозы изменить ситуацию сложнее. То есть глюкоза – препарат номер один. Поэтому глюкоза во флаконах – раз. Глюкоза в ампулах – два. Глюкоза вот в таких таблетках маленьких – три. Глюкоза вот в таких больших таблетках с аскорбинкой 4. Но глюкоза должна быть в доме. В конце концов, глюкоза в больших пакетах, на которых написано декстроза или виноградный сахар. Это главное. Самое простое для тех, кто не может себе все это позволить, иметь в доме изюм и термос. На это, как правило, зарабатывают все. Возникает болезнь, столовая ложка изюма на стакан кипятка. Запарили в термосе, поим, поим, поим и поим. Все понятно? Програма виходить за підтримки торгової марки «Барні». Главное, если вы знаете как, никаких проблем нет. И ацетон, с которым вы поехали в больницу, это всегда, практически всегда, вина мамы, потому что вы прозевали. Не зевайте, и все у нас будет замечательно. Всем доброго, до скорых встреч.